Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня у нас с вами будет обещанный новогодний розыгрыш вот этих вот ножей, которые представлены сейчас на этом столе. Розыгрыш среди подписчиков, среди покупателей, да, тоже. И обещанные розыгрыши, которые я обещал там на видео. Итак, и прежде чем начать розыгрыш, я хочу вам сказать то, что вот 28 числа 12 этого года, да, 28 значит, числа 2021 года будет выставка продажи на канале. Там будет представлено 50 ножей с очень хорошими скидками. Просто люди как бы говорят, то, что видео выходит, я не успел, там, я через 3-4 часа смотрю его, а уже ножичек продан. Поэтому я хочу заранее всех предупредить, чтобы было все честно. Все, чтобы были, ну, как бы в курсе. Телефон менеджера для заказов вот только один, вот этот вот. Плюс 7-920-040-90-11. Вот этот телефон будет телефон для заказов этих ножей, которые будут лежать там 50 штук на столе со скидками. Ну, там вам менеджер выставит счет на оплату, ну, как обычная процедура. Там счет будет на Александра Николаевича. Итак, это самая, значит, главная новость, чтобы были все в курсе. И теперь... Наш, наверное, розыгрыш, да, я хочу начать вот с этого видео. Ну, помните, было такое вот видео. Это выставка бюджетных ножей. Ну вот, смотрели, я обещал вам то, что мы разыграем на этом видео, вот этот вот кухонный ножик. Вот этот, вот. Этот нож, так, я уже, значит, смотрим сюда, я уже визитки все, вот они, я уже все сюда закинул. Ну, их тут, кстати... Здесь 50, да, 50 покупателей. Вот, ну, было. Ну, кстати, многие отказались. Итак, вот смотрите, я мешаю, сейчас, чтобы глаза отворачиваю, достаю. Так, значит, победитель Виктор 8900. Вот телефон, чтобы мне не быть там балаболом, можете потом позвонить ему и, ну, он все скажет, то, что ножик действительно уйдет ему. Есть. Это первый розыгрыш. Второй у нас будет вот эта вот финочка. Но это будет не розыгрыш, это будет подарок. У человека, зовут его Александр, случилась беда. Ну, там напали на него, он с Иркутска, напали на него, там били трубой, там он потерял здоровье. Очень много там ударов ему нанесли. Сейчас он лежит... так понимаю, прикованный к кровати. Вот. Опять же, знаете, этого человека мне, ну, как поистине просто жаль. Ну, дебилов всяких на свете, ну, бить трубой, я не знаю, зачем это вообще. Ну, не по-мужски, я как бы, да, я тоже считаю. Ну, ладно. Бог тому судья, кто это сделал. Вот эта финочка, Александр, чтобы как-то тебя утешить из стали D2, она тебе идет от меня лично в подарок. Да, скажу, что сразу вас всем пожелаю вам, ну, как бы, ну, это здоровья, да, в новом году. Всех с наступающим и всем здоровья. Александр, и тебе вот в том числе, вот эта вот финочка тебе отправится завтра, она уже уйдет. Следующее у нас видео, где я обещал, это видео, так, про набор, помните? Набор кухонных ножей я просил сделать название. И знаете, ну, это я на свое усмотрение как бы писал, да, вот мне вот понравился вот этот комментарий, то, что, ну, на самом деле, все-таки у меня компания называется «Династия», и, наверное, я ее назову в честь своей дочери Диана. Этот набор появился на сайте, можете посмотреть, пройти на сайт, и как он выглядит. Вот, и я написал этому человеку, тоже вот под этим видео, да, написал то, что поздравляю, вы выиграли нож, я уже заранее, чтобы времени тянуть, вот, жму ему. Как бы ответить, чтобы оно появилось. Все. Человек напишет менеджеру свои данные. И вот этот вот ножичек, уйдет ему. Кухонный нож. А есть. Следующий у нас тоже будет подарок. Подарок. Такой вот нож. Таймень из стали К-340. Уйдет он Зацепину Сергею, он инвалид, колясочник, жалко его, ну, тоже жаль, да, он прошел войну, сел у него удостоверение, все это подтверждающее, все это есть. Мне просто тоже его как человека жаль, тоже, Сергей,
тоже тебя с наступающим Новым годом. Здоровья, не болей и не унывай. Ты молодец. Все, вот этот ножичек уйдет тебе все, от чистого сердца. Так, следующее. У нас, вот они, наши видео, да? Вот смотрите, ребят, наш канал «Кузница Династия», где вы пишете, оставляете комментарии. Но, чтобы было более честно, вот в этом пакете мы уже разыгрывали... Ну, я сюда ложил, кто в курсе, кто меня смотрит. Вот здесь вот целый пакет, мы разыгрывали их, да, ножи. Там, то есть здесь получали уже, имели шансы, получали выигрыши. Вот эти визитки, это уже из последнего квартала, здесь как бы нет. Значит, мы поступим таким образом. Я просто набрал, знаете, вот немного вот этих ножей здесь есть, ну, с незначительным дефектом. Я не буду их продавать, я их подарю. А, как говорится, у нас дареному коню зубы не смотрят, вот эти вот, да? Ну, такие дефекты, вот видите, вот ручку мы делали, вот хорошая железяка, К340, термообработка крила, вот видите, шпилечка вылезла, ну, выборку, когда делаешь, вот эпоксидная смола. Зато теперь как с акрилом. Ножичек удобный, ему ни хрена ничего не будет. Она не сломается, ничего не переживайте. Тому, кто достанется, работайте смело. Здесь вот, ну, такие вот, здесь вот небольшая вон сапь, вот есть просто стали, и все. А вот этот вот нож обидно, жалко, ручка, стали забивать, вот видите, такая небольшая трещинка. Но она тоже, она не разойдется дальше, она будет работать смело. Ну, такие, это незначительные. Вообще нормально, нормально все здесь. Здесь вообще вон клей, я просто взял тоже. Видите, вот просто клей пристал, когда при заточке. Бог с ним. Мы все это разыграем. Итак, вот теперь, значит, среди покупателей. Вот я сейчас вот из этого пакета вот так вот делаю. Так, достаю визитку. Не знаю, я номера свечу, не свечу. Ну, так, не сказал я, да, поэтому мы разыграем вот этот нож рыбацкий. И вам, вот этот ножичек уходит вам. Телефон, вот, можете звонить, смотреть, проверять. То сейчас начнутся тут, то, что ты тут своим, не своим. Я в глаза этого человека даже не видел. Я просто, я делаю все по справедливости. Следующий ножичек разыграем мы среди своих покупателей. Вот этот кухонный нож. Вот он. Сейчас перемешаем. Так, здесь имя не написано. Бердск. В общем, вот. Вот. Телефон указан, самое главное. Так, есть. Готово. Следующий нож. Давайте разыграем ножичек. Ну, скажем, вот такой вот. Среди. Давайте, знаете, как сделаем? Теперь разыграем, чтобы, так скажем, было нам повеселее, да? Смотрите, последнее у нас видео, когда мы разыгрывали, это примерно, ну давайте возьмем 25 видео. Вот смотрите, я извиняюсь, там прервалось у нас камера. Вот смотрите, мы делаем генератор случайных чисел. От 1 до 25 устанавливаем. Новое число. И нам выдает видео под номером 21. Так, открываем наше видео. Так, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ой, 19, 20, 21. Вот он видео. Ножи с инкрустацией. Открываем это видео, смотрим. У нас здесь 15 комментариев. Вот среди 15 этих людей сейчас будет розыгрыш. То есть пишем опять генератор случайных чисел от 1 до 15. Просто повезло. Вероятность очень маленькая, 12. Обычно там... комментариев намного больше. И смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот он. Вот этот Александр Т. У нас генератор показал 12, но комментариев, вот, к сожалению, видите, как здесь 11. Поэтому давайте считать вместе вот с этими. 1, 2, 3, 4, 5. Тогда мой тоже считаем. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Блять, попадает опять на мой. Не знаю, ребят, как его сделать. Ой, давайте переиграем. Так, от 1 до 15. Новое число.
Ну, вы видите сам, на меня попадает. Я же не могу себе нож забрать. 8. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот человек Вова Зёма. Вот я ему пишу. Поздравляю, вы выиграли нож. Пишите менеджеру ваши данные. Есть. Вот этот нож. Сейчас я пишу визитку. Вова. Вова Зёма. Есть. Да. И такое тоже бывает, видите, даже на себя. Вроде как это, а сам выиграл. Так, следующий у нас розыгрыш. Опять среди покупателей. Будем вот этот ножичек. Вот такой вот. Мы сейчас вот эту вот часть, вот эту часть новую, возьмем пакет, тоже закинем их сюда. И будем из них тоже тянуть. Вот. Сейчас мы их вот так вот перемешаем. Так вот, кручу-кручу там, да, как кто там говорил. Запутать хочу. Есть. Достаю. Достаю визитку. И у нас тут Сергей. Вот его телефон. Вот твой нож, Сергей. Вот так вот. Так, следующий ножичек. Давайте по порядку. Тоже, да, отсюда у нас было, а тут два. Давайте разыграем, наверное, ну, вот этот ножичек. Вот такой вот нож. Пистолет 2. Опять. Достаю. Кто тут у нас? Кирилл. Кирилл. Вот его номер телефона. Все у нас есть. Также мы... разыграю я вот этот ремень. Ну, ремень для заточки. Здесь паста Гои. Мажете, да, вот это все. И ножичек вот таким способом в лесу. Цепляя вот это кольцо на сучок. Держа вот этой... рукой натягивая, спокойно точит. Так, ремешок. Еще вот такой достаю. Абдукадыр. Вот, Абдукадыр. Достается тебе ремень. Оп. Все аккуратненько, все вот так. Есть, чтобы завтра менеджер пришел и все у нас запаковал. Так, убираем. Опять переходим к генератору случайных чисел. От 1 до 25. 25 видео беру. Это просто я беру, потому что, ну, за те уже много призов было. А вот за эти видео, как бы тут люди там активизировались, новичков много. 17. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть получается у нас это 12. 17-е видео вот это получается. Вот оно. Ножи с хорошими скидками. Распродажа. Ух, сейчас здесь считать. Здесь, наверное, 101 комментарий. От 1 до 101. Новое число. 92. Фух, сейчас теперь надо не запутаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 67. Опять у нас не получается, потому что, да, надо считать, мужики, вот с этими. Я извиняюсь, то, что так все долго, но извините, просто говорю, надо считать вот с этими. То есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, так, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, здесь 3 у нас, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Так, Илья, вот этот. Какой у нас там номер-то? 92. Илья. 91. 92. Ведь опять на себя попадает. Да ну, нахрен. Короче, выигрывает. Давайте так, все, примем решение. Это мной будет принято решение. Выигрывает Алексей Котляров. Если на меня попадает, то значит следующий комментарий. Алексей Котляров, вот этот вот человек, пишу ему. Поздравляю, вы выиграли нож. А то, ребят, тут, ну, сами видите, два раза все при вас сделал. Так, нож выиграли. Сейчас, секунду, где у нас она, визиточка-то эта? Алексей Котляров, запишу. Все, это сюда ложу, ложим ему ножик вот этот вот. Так, теперь следующее у нас видео. Это опять, давайте, среди наших покупателей. Покупатели почему делают? Ну, сами понимаете, они меня кормят, поэтому у них тоже как бы приоритет, кто заказывал. Так, достаю. Доценко, в общем, вот. Доценко. Достается у нас вот такой вот кухонный ножичек. Есть. Следующий пакет берем другой. Алексей Киров есть. Вот этот ножичек достается. Так, давайте теперь у нас опять берем случайный генератор чисел. Жмем, так, извиняюсь, от 1 до 25. Новое число у нас получается 2. Берем два. Второе видео. Раз, два. Вот это видео. Новогодняя выставка продажа. Так, есть. Здесь у нас 59 комментариев. Делаем от 1 до 59. Новое число. 29. Считаем. Так, открываем. 59 комментариев. Так, погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9, значит, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дмитрий Павленко. Так, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Выигрывает вот Дмитрий М. Так, пишу ему. Поздравляю. Вы выиграли нож. Все, так, есть. Оп, сейчас я напишу. Так, Дмитрий М. Так, вот этот ножичек ложим ему. Блин, я извиняюсь, друзья, у нас камера через каждый что-то херачит. Так, подключается, походу таймер стоит. Так, смотрите. А, следующий, давайте еще один. Опять от 1 до 25. 13. 13 видео. Но я думаю, здесь никаких сомнений не будет, то, что это все делается. Что не одним кадром. Так, 13 видео, да? 13 видео. Получается у нас 6, 12,
13-е видео, самая черная пятница. Друзья, я вас всех приветствую. Ох, 154 комментария. От 1 до 154. И число у нас будет 14. 14-й комментарий. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14. Выиграл Олег Лобахин. Пишу ему. Поздравляю, вы выиграли нож. Нож у нас будет Олегу вот такого плана. Так, Олег Лобахин. Сейчас мы ему напишем. Так. Друзья, даже если здесь что-то, ну, как бы, вот сами понимаете, это все я делаю от сердца. И это все стоит, ну, как бы, денег. Я бы мог это продать, но я это делаю, как бы, в учет благотворительности для вас. Для своих клиентов, для подписчиков. Подарки, кто не может позволить, да, там, скажем, ну, у кого жизнь реально. Хотя я писал, говорил в видео, если есть реальные какие-то кандидатуры, ну, действительно проверенные, вы пишите. Пишите, только, ну, знаете, вот там, комментарии там или еще где-то напишите, да. Я там свяжусь, я увижу, я все равно буду дублировать. Также буду с помощью генератора чисел вот это делать. Все. Потому что много желающих. Так, теперь сделаем уже так по-честному. Отсюда все свалим у нас в один пакет. Свалим в один пакет и будем сейчас вот ножичек разыгрывать. Разыграем мы сейчас, наверное, давайте с вами вот эту финочку. Вот она база-то, да? Кто захотел, тот... Ой, блин, извиняюсь. Тот участвует. Давайте, финочка. Франция. Уходит во Францию. Так, есть. Давайте еще один ножичек разыграем кухонный, а этот среди комментариев. Ну, среди наших подписчиков. Я просто здесь даю гарантию, что вот эти подписчики, даже, да, которые там не захотели учиться, я просто знаю, вот, ну, кажется, я понимаю, о ком вот это идет речь, но... Он у нас покупал нож. Покупал, он не хотел в конкурсе участвовать. Он говорит, как бы не надо, ну, повезло. Достаем. Питер, Ольга. Как раз тебе, Ольга, кухонный нож. Прям по делу. Так, есть. Убираем. Разыгрываем. Опять переходим к генератору случайных чисел от 1 до 25. Выпадает 25. Вот это класс. 25. Открываем наше видео. Так, 6, 12, 18. Так, сейчас, секундочку. Так, 12, 18. 19, 20, 21, 22. 25. Так, стоп, что-то я не понял. 6, 12. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Все правильно. Продажа выставочных авторских ножей. Так, комментариев 160. От 1 до 160. 148. Это у нас получается... Если с конца считать, это 12-й будет у нас комментарий. 12-й. Давайте с конца, потому что считать реально, чтобы времени тянуть. Много, да? Вот. Так, считаем. Так, у нас получается 12-й выигрывает и комментарий. А то сейчас... Так, раз, два, три. 10-3 ответа.
4, 5, 6, 7. 7. Здесь 4. 8, 9, 10, 11, 12. Вот этот человек, Серджио, пишу ему. Поздравляю, вы выиграли нож. Все, вот это вот достается ему. Так, где у нас? Где у нас ручка? Сергио. Есть. Блин, мужики, что? У меня вот, знаете, вот здесь вот есть ножи. Я не знаю, они вот как бы... Ну, блин, эти вот ножи, конечно... Два ножа, они... Тоже такие, я не знаю... Просто давайте просто подарим их тоже среди наших комментариев. Они, это не очень хорошие, вот здесь так скажем. Они будут нормально работать, сталь вот здесь такая, на 57 единиц. Здесь какие-то были дефекты, по-моему, что-то... Поэтому надо его будет просто переточить, и все тоже так же. Ну, я говорю, дареному коню зуб не смотрит, поэтому мы тоже сейчас отправимся. Так, давайте, знаете, как сделаем? От одного, давайте видео, чтобы потом не говорили, там, от 1 до 30 захерачим, да? От 1 до 30 у нас получается видео номер 9. Видео номер 9. 6. 7, 8, 9. Выставка продаж ножей из стали S390. А, здесь у нас получается комментариев 79. Набираем от 1 до 79. 21. Переходим и считаем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Наркот. Вот мы вот этот ножичек. Поздравляю, вы выиграли нож. Готово. Пишу. Так, наркот. Ну, это если, там, я не знаю, там числа до 12, там, до 15 января, там, ну, в январе не отпишутся, да, так, допустим, ну, значит, тогда эти ножи просто подарим другим, и все. Так, еще вот этот ножичек разыграем, тоже давайте мы от одного. Утомил я вас, наверное, ребят, ну, розыгрыш дело такое, тут же надо теперь генератор, а то скажут потом я. Номер два. Видео номер два. Новогодняя выставка продажи ножей. 61 комментарий. 61. Новое число. 59. Это получается у нас. Раз, два, третий выигрывает с конца. Да, вот он и выигрывает. Вот смотрите. Получается, раз, два, три. Эльдар его зовут. Я ему пишу. Поздравляю, выиграли нож. Нож. Это все, так скажем, все, Эльдар. Все пойдет у нас подписчикам. Эльдар. Так, это ложу, это сюда. Среди вот этих подписчиков они как бы остаются, они тоже будут там розыгрыш, они в приоритете, да? А, на следующий год, начиная тоже с первого, значит, ну вот с этого видео, которое я говорю, выставка, которая будет 28-12, вы также можете участвовать в конкурсе, кто хочет, да, кто имеет желание. А, и будем новый пакетик вложить, новый, да, вот эти все визиточки. И будем также разыгрывать. А, я надеюсь, вам было приятно со мной посидеть. Если понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе наших розыгрышей, выставок, продаж, которые проходят она по всему миру.
То есть вы можете заказать любую точку мира, мы это все отправим. Все, всем спасибо, всех с наступающим Новым годом. В этом году, ребят, наверное, мы с вами уже не увидимся, потому что нам надо тоже отдыхать. Вот. Мы поедем, наверное, немного тоже отдохнем. Всем спасибо за поддержку, кто меня поддерживает, кто смотрит, кто покупает ножи. Спасибо вам большое. Все, всем вам желаю только крепкого здоровья, добра, гармонии вам, вашим семьям, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы не болели, чтобы ваши дети не болели, ваши родные, чтобы вы всегда уважали близких людей своих, себе старших, и никогда вообще не завидовали никому. Это, наверное, самое главное, потому что зависть – это самое хреновое, что может только быть на этом свете. Все, всех вас с Новым годом, всех уважаю, жму руку, спасибо.